кавалер Ордена Славы Васильев Семен Ефимович родился в дореволюционном 1914 году в Казахстане. После установления советской власти его семья переехала в Сибирь. Детские годы, период отрочества, начало трудовой деятельности Семена Ефимовича связаны с Прокопьевским и шахтерским трудом. В Красную армию попал в возрасте 27 лет. Успел пройти почти по всем ключевым фронтам Великой Отечественной. Несмотря на то, что с первых месяцев сражений был на передовой, судьба распорядилась так, что свои подвиги Семен Ефимович совершил уже в последние годы войны, во время освобождения советскими войсками оккупированных государств. 21 марта 1944-го рядовой Васильев в районе населенных пунктов Языково, Косачи в Белоруссии под огнем противника устранил многочисленные повреждения на линии связи и вынес с поля боя тяжело раненого офицера, за что был удостоен Ордена Славы третьей степени. 5 августа 1944-го в бою за литовский населенный пункт Зеленки он устранил 16 повреждений на линии связи. Был ранен, но, несмотря на это, вынес из-под огня тяжело раненого бойца и до конца боя продолжал обеспечивать связь. Свой третий подвиг Семен Ефимович совершил уже перед самой победой. 3 и 4 мая в боях на реке Одер под шквалистым огнем врага он ликвидировал обрывы линии связи, при этом уничтожил 12 солдат противника, двоих взял в плен и вынес из-под огня тяжело раненого солдата. За эти подвиги был удостоен орденов славы второй и первой степеней и стал его полным кавалером. После окончания войны Семен Ефимович демобилизовался и до конца своей жизни участвовал в восстановлении народного хозяйства. Ушел из жизни герой войны 8 сентября 1972 года в возрасте 58 лет.